чтобы семья почувствовала, что они не одни в этом горе, что есть забота общества, потому что весь это, этот объект, он строится на пожертвования граждан. И при этом те мероприятия, которые мы планируем здесь проводить силами волонтеров, силами наших спонсорских организаций, партнеров, монетка на здоровье проекта, это все делается именно для этих неизлечимо больных детей.